Deine. Таня, прекращай эти шутки. Ну ты и Соня. Подожди! Сделал мне предложение. Так нервничал. Такой милый. Мой дорогой профессор. Татьяна Амалиева, немедленно прекрати это ребячество! Где ты? После стольких лет. Ну хватит уже! Что? Игорь. Игорь.
кофе. Когда уже это закончится? Почему это место кажется мне таким знакомым? Это же моя старая мастерская. Пожалуйста, поспеши. Неужели ты не видишь, что эта реальность разваливается на части? Надо возвращаться к работе. Это единственный способ выбраться отсюда.
приятно вернуться. Вся зона оцеплена. Нар церемониться не будет. Угу. Будем надеяться, что нашим источникам можно доверять. И мы не нарвемся на патруль по пути. А если нарвемся? Тогда будем разбираться по ходу дела. За это нам спящая красавица и платит. Забыл? Ну да, твоя правда. А ты правда веришь, что они тут тестируют свою рекультивацию чего-то там? По-моему, там нет никаких испытаний. Но что-то явно происходит. Точно тебе говорю. Слишком много наемников для такой небольшой территории. Ну, с наемниками мы разберемся. Там поди сброд, который Вагнер не взяли. Да пошел ты! Я с этими парнями плечом к плечу воевал. Знаю, знаю, Антон. Я так подкалываю. Давай сосредоточимся на том, как достать для... Подъем, Игорь. Пора выдвигаться. А? Что? Я, кажется, задремал. Ладно, погнали. Что ты такое? Что, профессор, передумал уже? Если собрался дать заднюю, лучше скажи сейчас. Ну уж нет. Пора наконец разобраться с этим делом. Этот ваш план точно сработает, профессор Хименюк. Зови меня Игорь, и да, он сработает. Вы делаете свою работу, а я свою. Договорились? Старайтесь не высовываться. Только перестрелки нам не хватало. Перестрелки? Ты во что нас втянул, Игорь? У нас нет выбора. Это нужно сделать. Не люблю я загадки, профессор. Но ты тут босс. Похоже на ту ночную операцию в Сирии. Помнишь, Оливер? Помню. К сожалению. Миша! Миша, ничего не выходит! Нужно отступать быстрее! Давление падает! Спускаемся скорее! Бегом, бегом! Потом ворон будет считать. Игорь, пора! Через заборы в канализацию. Ох, канализация! Прямиком в подземное царство. Это просто дырка в земле, Антон. Ох, как же я чешусь. А вы... Кстати, как тут дела с радиацией? Вроде достаточно времени прошло уже, да? Слушай, не забивай себе голову. Нам нужно сделать дело и уйти отсюда живыми. Сосредоточимся на этом. Игорь, если начнется мясорубка, не высовывайся. Мы со всем разберемся, ладно? Не геройствуй. Без паники, Оливер. Где ты видишь героя? Здесь только отчаявшиеся люди, идущие в самое сердце тьмы. Хватит разговоров. Вперед! После вас, Игорь. Дамы и умники, вперед! Да что ты докопался, Антон? Прости, но я пошутил. Вот дерьмо. Игорь, ложись. Беги ко входу в канализацию, а мы за тобой.
стань невидимкой. Так ты был в лаборатории? Ага. Недолго. Ты видел что-нибудь любопытное? Нет. Для любопытного мне уровня доступа не хватает. Дай-ка мне бутылку, Серега. Я электрик. Сказали, что где-то электричество вырубило. Я правильно пришел-то? Так, ты сначала пропуск покажи, электрик. Он тебе не верит. Без проблем. Черт, куда я его засунул? Слушайте, ребята, давайте полюбовно договоримся. Вы забудете про пропуск, а я забуду про бутылку. Нет, значит, пропуска. Что ж так? В другой сумочке оставил? Он знает. Простите, больше не повторится. Ладно, на первый раз прощаю. Но только на первый, ясно? Интересно, что на ужин? Что я вообще так делаю? Родильный гороховый суп опять. Точно нужный вход. Я здесь работал. Ты что, забыл? Конечно, я уверен. Игорь, проверь уровень радиации, ладно? Игорь, проверь уровень радиации, ладно? Три, шесть, да, не отлично, но и не ужасно. Выше нос. Мы в безопасности на ближайшие час-два. Вы все не в безопасности. Надеюсь, память тебя не подводит. Ладно, я пойду вперед. Так точно, капитан Оливер!
Ты уверен, что эта твоя штука работает, Игорь? У нас сейчас нет времени на лекцию, но она работает. Просто нужно больше чернобылита. Чернобылит? Точно. Самое радиоактивное вещество на свете. Так ты его называешь? Он знает, что делает, Антон. Соберись и сосредоточься на задании. Вот увидишь, мы скоро выберемся отсюда, еще поржем. Показатели плохие. Слишком высокий уровень. Нужно выбираться отсюда. Мы не можем его оставить, боже мой! Выпустите меня отсюда! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен открыть вентили вручную. Кому-то придется пойти внутрь. Ладно, я на твою славу не претендую, но если нас грохнут, я буду очень зол. Да, давненько я тут не был. Что? Что там такое, Игорь? Ладно, Игорь, твой выход. Все по плану. Готов? Пытаюсь получить доступ к терминалу. Если кнопка АЗ-5 еще работает. Игорь, не надо! Татьяна? Игорь, ты там уснул, что ли? Время не ждет. Не обращай внимания. Просто устал. Ну ладно. Все нормально? Конечно. Ты делай свою работу, а я буду делать свою. Тогда вперед. К реактору. Бегом. Просто возгорание, не более того. Все под контролем. Реакторы РБМК не взрываются. Ядро реактора взорвалось. Я видел графит на земле. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя.
Ты нас убил, самонадеянный ты мудак! Ты же всех нас убил! Так что с радиацией? Давайте побыстрее с этим покончим. А так это я тебя задерживаю? Давайте там, пошевеливайтесь! Чего так долго? Сколько можно там копаться? Даже холоднее, чем я помню. Ты уже видел его раньше, да? Фрагмент был немного меньше, но для начала исследования мне этого хватило. Может, расскажешь, как работает эта твоя чудо-пушка? Создает проход сквозь пространство и время. Червоточину. Прокладывает туннель с двумя выходами. И использует редкий вид энергии, чтобы держать его открытым. Редкий вид? В смысле, чернобылит? Он самый! И куда ведет этот туннель? Туда, куда надо. Давай на этом пока и остановимся, ладно? Что-что? Моя невеста. Она исчезла здесь, во время катастрофы, 30 лет назад. А мы можем о ней потом поговорить. Ты? Что ты здесь делаешь? Оливер! Куда ты делся, Оливер? Это что вообще было? Послушай, я... Боже, мне так жаль. Антон был хорошим парнем. Кто этот выродок? Откуда мне знать? Он как-то использовал отрицательную энергию чернобылита для телепорта. Чтобы это подтвердить... Так, стоп. Сейчас не до этого. Он может сюда попасть? И где мы вообще? Мы внутри червоточины, соединяющей две сингулярности. Она короткая и нестабильная. Так что надо поторопиться, понимаешь? И нет, он не сможет попасть сюда. То есть, в теории может. Но вероятность низкая. И избавь меня от подробностей. Просто вытащи нас отсюда. Да, хорошо. Сюда. Ты выйдешь возле базы Михаила. Надеюсь. Значит, там и встретимся. Ох, моя рука. Прямо и изнутри крутит. Я этого козла урою. Антон, обещаю тебе. Это место раньше было совсем другим. Оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу. Тебе придется снова изучить его, прочувствовать, подчинить.
сингулярность. Разрыв ткани реальности. И основа этой реальности и правда очень хрупкая. Время на исходе, иди. Сколько раз мы проходили через эти двери, уже и не сосчитать. Давай пройдем вместе, любимый. Игорь, тебя задело. Нужно обработать раны. У меня нет аптечки. Может, получится приготовить что-нибудь на костре.
Руки вверх. Так, чтобы я видел. Пароль. Оливер, да это же я! Игорь! Черт! Ностальгия, пароль, ностальгия! Ты же сам его придумал! Видок у тебя так себе, Игорь. А у нас никаких лекарств нет, даже бинтов. Ты бы поискал чего, да подлатал себя. Ладно, заходи. Игорь, ты же у нас на все руки мастер. Осмотрись здесь. Может, этот хлам на что-нибудь сгодится. Это твоя стихия, милый. Время сотворить порядок из хаоса.
Только не говори, что ты решил отправиться прямиком на станцию. А то есть и попроще способы покончить с собой, если что. Нас мало. У нас почти не осталось боеприпасов и... Да всего! Нам нужна информация, прикрытие, припасы. И самое главное, нам нужен чертов план. У меня нет так много времени. Я должен найти Татьяну. В смысле? Нет, нет. Я не понимаю, о чем ты толкуешь, и даже не хочу понимать. Видишь эту доску за мной? Будем использовать ее для планирования. Выясним, как пробраться на станцию и найти то, что ты ищешь. Или ту, кого ты ищешь. Каждую зацепку. Все сведения о ресурсах. Все будем отмечать здесь. А действовать начнем, когда момент будет подходящий. Пока что сосредоточимся на том, чтобы закрепиться здесь. Раз уж мы используем этот склад как базу, нужно накопить припасов и все тут обустроить. Начнем с мест для сна. Может, какие-то старые кровати найдутся? Здорово, что ты проявляешь инициативу, но... Не беспокойся. Главный здесь ты. Но ты платишь мне за мои знания и навыки. И один из них — не давать тебе сдохнуть. Такой вариант тебя устроит? И еще кое-что, пока ты не ушел. Оружие НАР имеет биометрический замок. Мы не сможем им воспользоваться. Так что придется защищаться тем, что есть. Держи. Это на самый крайний случай. Я так понимаю, с оружием ты обращаться умеешь? Ну, тогда ты готов. Я в тебя верю, Игорь. Послушайте, пора нанести удар по электростанции. Мы знаем, что будет непросто. Мы уже пробовали и вернулись не все. Но теперь мы умнее. Мы лучше подготовлены. Я уверен, у нас получится. Мы обязаны это сделать. Это единственный способ найти Татьяну и покончить с НАР. А что насчет этого урода в черной маске? Удалось выяснить, кто он? Нет, но какая разница? Если наши пути пересекутся, прикончим его. Вот и все. Никто из нас раньше не участвовал в таких серьезных операциях. Если хотите выйти из игры, сейчас самое время. Игорь, я всегда готов тебя прикрыть, но это безумие. Такая операция требует подготовки посерьезнее. Не могу поддержать план, в котором не до конца уверен. Помогать или нет – выбор каждого. Я не могу никого заставить. Так что, я сам по себе? Неужели мой план настолько безнадежен? Я все обдумал и считаю, что мы еще не готовы. Нужно больше времени.
правда? Отсюда все видно. Один ты не справишься. Но есть другие, они помогут тебе. Даже не знаю, с чего начать. Дать поручение Оливеру или сделать все самому. Никогда ее не найти! Здесь правят призраки! Что ты здесь делаешь, чужак?
насрал кто-то, честное слово. Я один это слышал! А! Пристрелите этого урода!
Куда он делся? Только что здесь был.
Смотри на шиповник, Игорь. Ветки у него сухие и голые. Зато сколько силы в плодах. Это просто фрукт, богатый витамином С, если я правильно помню. Латинское название не помню. Но роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет. Разумеется. Ромео из тебя ужасный. Ты в курсе? Вот отработаю контракт и бороду отпущу. Тёлочки в Москве от бород просто тащатся.
Эта стратегия вроде работает, Игорь. Похоже, мы можем проникать в зону. Ну как успехи? Я должен туда вернуться. Я чувствую, что она та... Чувствуешь? Доверять предчувствиям важно. Не беспокойся, Оливер. Я же... Доказательства, улики, планы, Ладно. Что у тебя? Продолжай. У тебя появились новые обязанности. Ты нанял меня, арендовал этот... А значит, несешь ответственность за снаряжение. Пора начать мыслить стратегически. Ты возглавляешь военную операцию. Голодать херово, знаю по себе. Если не кроме того, когда ресурсы ограничены, выбирать себе любимчиков, награждать горе бойцов... Какой личный состав? Наши... Это пока. Если ты и правда хочешь пробрать, тебе необходимы сильные и умелые бойцы. Знаю. Ты хочешь выкинуть все это из головы и ринуться на пол. Тебе нужно время. Ты прав. Именно так.